Журнал «Шоумен Шоу Вумен», с вами я, Юлия Гроза, и рядом со мной неподражаемый, восхитительный Роман Голденберг, издатель глянцевого журнала и просто компетентный член жюри. Мы находимся с вами на конкурсе красоты «Топ-модель России». Роман, ты очень часто бываешь на таких мероприятиях. Скажи, пожалуйста, что сегодня тебя сюда привело? Ну, во-первых, мне очень понравилось твое словосочетание «компетентный член». Это звучит замечательно, да. Я думаю, это повысит мой рейтинг в глазах моих подписчиц. Откинув вот эту приятную мелочь, мы находимся на конкурсе красоты «Топ-модель Санкт-Петербурга». Это, скажем так, отборочный тур перед «Топ-моделью России», которая пройдет через несколько дней, 26 ноября, в отеле «Корстон» в Москве. Вот, сию секунду мы выбираем самую-самую-самую топ-модель из топ-моделей Санкт-Петербурга, чему мы, собственно, безумно счастливы. Вот этот замечательный теплоход «Благодать», который просто-напросто шокирует всех количеством золота на квадратный сантиметр. Я, будучи большим приверженцем золота и снаружи, на себе, как вы успели заметить, и внутри меня даже плавает золото благодаря моему энергетическому напитку Gold. Вот эта золотая баночка, там частички золота внутри. Как всегда в своем стиле. Я не мог просто не напихать максимум рекламы в собственный телеканал, иначе ради чего он создается. А если вернуться к девушкам, а к ним всегда после рекламы мы возвращаемся, так или иначе, да, каждый возвращается все домой, к своим девушкам или с чужими. Хочется сказать, что все это замечательно, все это beautiful, уже есть определенные предпочтения, хотя прошло первые 30 там, минут мероприятия, я очень быстро определяю, какая девушка является потенциальной, как для нас, как шоу-вумен с официальным информационного партнера с точки зрения, кому подарить подарки. Мы дарим подарки в журнале всегда тем, кто перспективен, кому это полезнее, кому это нужнее, кто будет реально ходить и хвастаться и конкурсом, и разворотом в моем глянцевом журнале. То есть, по сути говоря, это называется достойно нести факт, собственно говоря, своего присутствия в этом СМИ. А если кому-то из выбранных мной повезет, будет замечательно, она будет достойно нести корону, а ее замечательная корона вместе с замечательной ею будет нестись в нашем журнале. Вот как-то так. После Романа можно ничего больше не говорить. Не Он надо. Все сказал. Спасибо, Юля. Ребята, вам всем респект. Хорошего вечера. Наслаждайтесь красотой и будьте лакшери.